Добрый день, друзья! Итак, мы без лишних слов приступим сразу к делу, потому что каждый из нас сегодня знает, что самый ценный ресурс для нас – это время. А раз это так, то давайте не будем терять времени, и я представлю вам проект, который на сегодня находится на прелаунче. Софт-лаунч назначен через 3 дня. И таким образом каждый из вас еще успеет до софт-ланча сделать очень многие вещи полезные, потому что в данном случае может быть первый такого уровня глобальный проект, который предлагает не что иное, как удаленную работу из дома. Может быть, вы многие уже слышали о том, что особенно в США люди работают из дому более эффективно, более охотно, потому что в данном случае, когда вы работаете из дома, то вам и стены помогают. То есть вы находитесь дома в привычной обстановке, вы делаете свои домашние дела, и в то же время вы можете зарабатывать деньги. Таким образом, удаленная работа, о которой я сегодня вам расскажу, представляется компанией THW Global, производители которой находятся в США, и сама компания зарегистрирована в США. Таким образом, у этой компании есть к вам неординарное предложение, а именно, каждый из вас, наверное, в своей жизни уже хорошо знает, что такое социальные сети, что такое YouTube, что такое Gmail и прочее. То есть там, где мы с вами распространяем определенного вида информацию, делимся своей информацией и иногда даже приглашаем людей в свой бизнес. Таким образом, каждый из вас эти ресурсы, которые я назвал, очень хорошо знает, но не каждый из вас использует эти ресурсы для монетизации. Некоторые блогеры на YouTube действительно монетизировали свои видео и получают даже некоторые очень солидные деньги, но мы, обычные просмотрщики, пока работаем на данный ресурс бесплатно. То есть мы смотрим видео, мы даем комментарии, мы даже поправляем иногда наших блогеров, пишем им какие-то отзывы. То есть мы проводим фактически работу, за которую они получают деньги, но не мы. Компания THW Global изменила эту ситуацию и сказала, вы будете видеть видео, анонсы программ, анонсы кинофильмов, различных игр и прочее. То, что вы смотрели всегда, только теперь мы за это будем вам платить деньги, так как на сегодняшний день просмотр рекламы для людей стал некой обузой. И это видно, потому что когда мы с вами смотрим интересную передачу, и в этот момент включается видео, то специалисты, которые легко могут оценить, кто где находится, даже если вы всей семьей вышли на кухню попить чаю, то они понимают, что эту рекламу никто не видел. Таким образом, когда она заканчивается, все уже слышат победные звуки, и возвращается опять к телевизору. Таким образом, вот это пустое времяпровождение, за которое платят рекламодатели, они решили убрать и сделать таким образом. Предложить рекламодателям очень квалифицированных людей, те, которые прошли подготовку в компании THW Global на предмет просмотра видео, анонсы реклам, различных программ, трейлеров и так далее, и так далее. Для того, чтобы рекламодатель видел, что мы действительно участвуем в подготовке выпуска его рекламных видео, мы участвуем в просмотре страниц наших рекламодателей, которые предоставляют товары и услуги, и чтобы мы не тратили свое время даром, так как оно сегодня очень дорогое, то компания оценила его до $25 в час за серию просмотров, комментариев, рецензий и так далее, пока вы находитесь в режиме просмотра, на вас действует учет. Учет, который производится на вашей странице бэк-офиса. Там видно, какое видео, номер этого видео, сколько вы времени его посмотрели, и учитывается общий счетчик этого времени и этих видео, которые вам идут в зачет. Так как у каждого видео есть своя рекламная направленность, то, конечно, самые большие деньги сейчас, как вы знаете, крутятся в рекламе. Но для того, чтобы человека привлечь к этой рекламе, сегодня, как вы видите,
каждая новая компания находит что-то новое для того, чтобы показать, что не все так просто, но и не так сложно. Компания, о которой мы говорим сегодня, получила патент на свою новую технологию International Viewer. И таким образом, вот этот International Viewer – это те люди, которые ищут работу на дому. Они ищут ее потому, что они уже хорошо знают преимущества работы на дому. И самое главное, что они готовы пополнить свой бюджет доходами, которые складываются из нескольких направлений. И я сейчас вам их расскажу. Первое направление – это когда вы смотрите видео, фильмы, игры и прочее до 10 часов в неделю. И когда вы только лично занимаетесь тем, что работаете сами на себя. В этот момент вы ничего больше, кроме вот этих заработанных часов и оценки до 25 долларов в час, не получаете. Но если вы вдруг увидели, что вокруг вас есть люди, которые тоже хотят зарабатывать, тоже такие же самые суммы, то есть до 25 долларов в час за просмотр видео, но уже не просто просмотр, а профессиональный, со знанием, с пристрастием, как я говорю, потому что когда вы делали опрос перед началом работы в компании, то вы написали все свои приоритеты, что вы хотели видеть о животных, о моде, о строительстве, о космосе. То есть там огромный перечень, который дает вам право выбрать категорию видео, которые бы вы хотели смотреть. Не просто так, все, что попало. Таким образом, когда вы смотрите уже выбранные вами категории, там будут представлены фильмы или рекламы на всех языках мира. Большинство людей, которые сейчас, скажем, в нашей команде, где-то процентов, наверное, 60, это люди, которые обладают двумя языками. Это люди, говорящие на русском как родном языке и на английском как приобретенном языке. Но когда вы заполняете свой опросный лист, то вы должны показать, какой для вас язык все-таки родной. Почему? Потому что в этот момент вы должны будете вспомнить, на котором языке вы думаете, так как вам нужно будет давать не только просто, скажем, такую рецензию, окей, там, мне понравилось или еще что-то, а вам нужно описать то, что показано, какие у вас спрашивают вопросы. Поэтому лучше, когда это будет ваш родной язык. Неважно, где вы, англоговорящие, вы живете в Турции, у вас турецкий язык, или вы живете в Англии, у вас английский язык, неважно. Таким образом, компания приглашает все страны, всех наречий, потому что в каждой стране она предполагает заключить контракты с рекламодателями на местах, которые будут заинтересованы в таком просмотрщике и, возможно, будущем и пользователи тех сервисов и продуктов, которые представляют рекламодатели. Таким образом, вот этот заинтересованный, будем говорить, адресный просмотрщик очень им нужен. И поэтому, если мы сегодня, скажем, зная историю некоторых компаний, которые предлагали людям работать на просмотре и оценивали эту работу в центре, там за просмотр, скажем, могли предложить 0,001 центов и так далее. Это, конечно, были очень простые действия. Человеку не надо было ни о чем задумываться, он просто ждал время этого видео, скажем, 10 секунд или 20 секунд, и на этом его работа заканчивалась, переходил на следующее и следующее. Но даже на таких ресурсах люди все равно могли зарабатывать какие-то небольшие деньги. В данном случае мы говорим о том, что любому из вас, кто находится в любой стране мира, даны такие возможности, как работать в компании на просмотр, рецензирование отзывов до 10 часов в неделю и зарабатывать в одиночку до 1000 долларов в час. Это лимит, который был установлен по причине того, что вы имеете так называемую part-time job, то есть частично занятое время на работе. Таким образом, вы, имея вот этот свободный график,
когда вы можете смотреть в любое время суток, или все 10 часов подряд, когда вам есть время, или частями по 10, 20, 30 минут. Главное, что вы должны понимать, что каждая ваша минута рабочая будет засчитана на вашем счетчике, и вы можете легко проверить состояние вашей копилки, которая будет оцениваться в поинтах. Поинт – это условная единица, которую компания приняла в связи с тем, что расчеты поинта все равно это доллары. Но для того, чтобы каждая страна могла спокойно использовать свои доходы, то сначала все наши видео, которые мы смотрим, зачисляются нам в поинты, а потом уже мы их обращаем в токены и ту валюту, которая нам необходима. Для того, чтобы это происходило легко и просто, у каждого из вас в бэк-офисе будет ваш электронный счет, который будет привязан к нескольким видам кошельков или счетов. Например, такие как PayPal, такие как Payza, такие как Bitcoin, такие как, скажем, ваш прямой банк-аккаунт, банковский счет, или, например, такие как MasterCard. Таким образом, когда вы будете просматривать эти видео, и вы будете накапливать свои вот эти 10 часов в неделю, то каждую пятницу неделя будет идти от пятницы до следующей пятницы. Вам будет дана возможность обменять ваши заработанные токены на деньги. На те деньги, которые вы выбрали. Или Payza деньги, или PayPal деньги, или Bitcoin деньги. То есть те, которые вам больше по душе. Таким образом, это первая возможность, когда вы приходите в компанию на работу. Предваряя ваши все будущие вопросы, я скажу вам следующее. Работа, то есть возможность работать в США, всегда бесплатна. Это означает, что вы не платите ни за какие пакеты, никаких вступительных взносов, никаких программ инвестиций и так далее, чем иногда бывает, прикрываются откровенные пирамиды. Здесь этого нет. Вы приходите абсолютно бесплатно. Никто вас ни к чему не принуждает. И это не означает, что ваш лимит до 10 часов в неделю – это ваше обязательство. Вы можете смотреть и полчаса в неделю, и час в неделю, так как вы хотите. Вас только ограничивают поверхные части, то есть до 10 часов. Но, как вы понимаете, $1000 в месяц для, например, жителей США – это небольшие деньги. Хотя бы даже по той причине, что средний уровень США – это $3000 в месяц, это средний хороший уровень, прожиточный для человека. Поэтому, конечно, он задает мне сразу вопрос. Ричард, можно ли здесь заработать больше? Можно, друзья мои. Очень просто. Просто здесь нужно понять, что в компании есть так называемые реферальные приглашения. Это ваши люди, которым вы напрямую порекомендовали обратиться в компанию, затем, чтобы и им дали возможность работать удаленно из дому до 10 часов в неделю и таким образом зарабатывать до $1000 в час. Каким образом компания вознаграждает вас за этот труд? Этот труд нелегкий. Вы знаете, те, кто работал в MLM, вы знаете же, насколько сложно является сделать следующие три вещи. Скопировать вашу реферальную ссылку, выслать ее вашему приятелю, потратить 1.5 минуты для того, чтобы он зарегистрировался и навсегда забыть о нем. Потому что когда у вас будет такое количество, как у нас, по 150 и больше тысяч, вы все равно не сможете каждому уделить время. Для этого и не нужно. Потому что все инструкции, все учебные материалы в бэк-офисе. Каждому человеку, как только он по вашей ссылке зарегистрировался, теперь даются все инструкции, весь учет, электронный счет, все ему дается напрямую. И при этом каждый день компания посылает ему письма вместо вас, как это часто, скажем, бывает в MLM-компаниях, где все вешают на спонсора. Спонсор должен это, спонсор должен то. В этой компании ваш главный спонсор – это сама компания, которая как раз и дает вам возможность немножко вздохнуть, то есть потратить 10 часов времени на личные просмотры, и заработать до $1000,
в неделю, вернее, в месяц, извините, и пригласить людей, за которых вам компания платит 20%. Таким образом, если вы пригласили какого-то человека, и он точно так же, как вы, просматривает 10 часов в неделю, то вы за каждый его час будете получать 20%. Если он не просматривает в эту неделю, то ничего. Таким образом, каждый из ваших рефералов имеет право пригласить своих рефералов, и тогда вы будете получать за них 4% от всей работы вашей, если говорить языком MLM, второй линии. И также вам будет платить 4% третья линия, четвертая, пятая, до десятой линии включительно. Таким образом, когда у вас есть команда первого, второго, третьего, десятого уровня, то ваши доходы повышаются до 10 тысяч долларов в месяц максимум. Больше получить нельзя. Почему? Потому что это ограничение компании, которое основано на том, что вы бесплатный пользователь, вы пришли в компанию исключительно поработать на нее как part-time job, то есть part-time работа, но как только вы заявляете о том, что вы пробили вот этот лимит, вам хочется зарабатывать больше, чем 10 тысяч долларов в месяц, только с этого момента вы можете перейти на повышенный уровень сотрудничества с компанией, приобретя любой из ее продуктов. Все эти продукты будут описаны, их сейчас пока не существует. Но они будут в компании, это будут недорогие, скажем, годовые какие-то продукты или месячные. Дело в том, что каждый человек, который получит уже доступ к проекту офису, будет видеть, какие это продукты, в какой момент ему они уже становятся выгодными. И таким образом, когда вы это сами оцените, только тогда вы и примете это решение. Или я буду долгое время находиться в компании на полном бесплатном пакете, то есть смотрю сам лично до 1000 долларов, теперь развиваю команду до 10 тысяч долларов. И если вы довольны этим результатом до 10 тысяч долларов, то вам вообще не нужно никуда переходить. Но так как, вот, например, такого уклада человек, как я, бывший бизнесмен, то, естественно, я всегда смотрю дальше. Могу ли я построить здесь собственный бизнес, то есть такой бизнес, который даст мне возможность получать и часть прибыли компании. И если я вижу, что в компании есть такая возможность, то, естественно, я в эту компанию иду сразу, поскольку мне очень интересно развить этот бизнес не на один год, не на два года, а хотя бы на несколько лет вперед. Планы компании, которые я сегодня вижу, простираются на первые 5 лет. Что такое для нас первые 5 лет? Сегодня нас 1 миллион, примерно 200 тысяч человек, тех, которые подписались за эти 85 дней. Это немного еще, потому что 1 200 000 – это только тех, кто подписались. Тех, кто полностью прошли аутентификацию, то есть верифицировались в компании, показали, кто они есть, ответив на вопросы, таких еще около 500 тысяч. То есть если посмотреть на вас сегодня, то вы в первом миллионе людей, а судя по планам компании, только до Нового года она предполагает принять на работу до 5 миллионов человек. Принятыми считаются те, кто прошли свое анкетирование, ответили на все вопросы, являются активными и должны до этого момента, когда компания начнет платить деньги за каждое ваше видео, пройти некий тест. Этот тест состоит из 10-часового просмотра видео, кино, скажем, анонсов и так далее. И вы должны увидеть это в своем бэк-офисе, чтобы у вас были 10 часов. С этого момента, когда ваши 10 часов пройдены, начинается неделя платных просмотров. То есть вас компания оценила, что вы активны, теперь вам дают уже платные просмотры. Многие задают мне вопросы, и я сразу на них хочу ответить, что нет никаких обязательств с вашей стороны. Боже упаси. Вас никто не заставляет делать эту работу тогда,
когда, например, вы в отпуске, или у вас, скажем, там какие-то свои запланированные вещи. Просто эта неделя, на которой не будет вашей активности, она выглядит очень просто. Послушайте меня внимательно. Если вы один, у вас нет вообще никаких обязательств, кроме как 10 часов просмотра лично, и таким образом вы получаете за эти 10 часов, до 10 часов, вернее, оплату. Если у вас есть команда, то вы должны быть активны минимум на 5 часов в неделю, чтобы получить все проценты от вашей команды. 20% первая линия, лично приглашенные, 4% от второй, включительно десятую. Но когда вы все-таки увидите, что вы начинаете иметь потенциальную возможность зарабатывать больше, тогда мы проведем с вами следующий тренинг на тот момент, когда, например, хотя бы 10 человек скажет: Ричард, мы уже значительно превзошли наши возможности, и мы хотим получать в эту неделю больше. Для этого, как я и сказал, нужно будет просто выбрать один из пакетов, или там какую-то услугу, или товар, я не знаю, что это будет точно, чтобы вы могли повысить свой статус просмотрщика. Таким образом, каждый человек может здесь быть и очень на простой позиции International Viewer, международный просмотрщик. Вы также можете быть International Viewer Manager, то есть у вас еще есть команда. Вы можете здесь быть Independent International Viewer и так далее, и так далее. International Viewer Certificate, то есть сертифицированный. Здесь много есть моментов, когда вы сможете зарабатывать абсолютно неограниченное количество денег. И это работа, которую вы можете делать, внимание, с телефона, с iPad, с ноутбука, с компьютера, в любой точке мира, даже если у вас их нет с собой. Вы просто по логину, паролю, входите даже с интернет-кафе. Например, вы находитесь где-то на отдыхе, и у вас есть какие-то пару часов или полчаса в день, которые вы хотели бы потратить на эту работу, вы можете это сделать даже с чужих компьютеров. Поэтому я сразу отвечаю на вопросы, которые задают мне каждый день. Можно ли работать с разных IP-адресов, с разных компьютеров? Конечно, вы же входите туда по паролю, по своему логину. Это понятно, что зашли вы, и это вы тот, кто работает. Также отвечаю на вопрос, который очень интересует. Может ли работать моя семья? Конечно, вы никогда не будете лимитированы количеством людей, которые хотят работать в вашей семье. Не лимитированы вы также и количеством работающих ваших друзей, ваших приятелей. Возможно, у каждого из вас уже есть тысячные структуры в ваших бизнесах, где вы сейчас зарабатываете огромные деньги. Поэтому для вас THW Global – это дополнительный источник доходов, так как по теории, которую я развиваю уже 27 лет, я говорю людям, что у вас должно быть не меньше 5, а желательно 10 источников дохода, чтобы ваша река доходов никогда не пересыхала. Таким образом, дополнительный источник доходов, который не требует от вас огромного времени, это до 10 часов в неделю. Если вы помните, даже официальная рабочая неделя – это 40 часов, так как для вас, как бы удаленных работников, это сокращено 4 раза. Как, например, действую я сейчас? Я сейчас просматриваю, так как и вы, набирая первые 10 часов, и где-то 1 час в день я трачу на то, чтобы пригласить людей. Вот так, как это делаю я сейчас. Но, как вы заметили, я уже помогаю своим просто людям провести такой небольшой вебинар, чтобы они могли легче объяснить, что же такое удаленная работа. Обязательно вы должны понять, что это работа. Здесь не платят за просто приглашение людей. Не платят за то, что они к вам записались. Они платят исключительно по таймеру. Так как, например, многие когда-то из вас, особенно компьютерщики, работали удаленно на крупные компании. И их даже заставляли включать камеру, чтобы работодатель видел, что вы работаете в этот момент, создаете программы для какой-нибудь, там, скажем, американской компании. В данном случае за вами никто не следит. Вам не нужно отчитываться, что вы пришли на работу. Прошу засчитать мое время. Таймер сам покажет. Как только вы зашли на ваш бэк-офис,
Как только вы авторизировались и начали просмотр, уже все, вам пошло время, вы это можете делать, еще раз напоминаю, в любое время суток, в любой день, никто вас не лимитирует. Набрали своих, скажем, полчаса, час, сколько вы сможете за эту неделю, за это и получили день. Таким образом, эта компания предлагает, еще раз говорю, не за приглашение, а за работу каждого вашего человека платить вам заслуженные проценты. 20% первой линии и 4% со второй по десятую. В этой компании существует очень много дополнительных бонусов, которые станут вам доступны, если вы повысите свою категорию до следующих уровней. Здесь есть так называемый calling бонус. Это бонус, который выплачивается за любую глубину, сколько бы у вас не было людей. 10, 11, 12, 100 уровень, неважно. Здесь есть бонус за команду. Здесь есть проценты от общей прибыли компании, когда вы организовываете свой офис наземный. И компания сейчас планирует в сентябре месяце запустить офисы наземные. То есть эти офисы для того, чтобы вы могли ощутить поддержку на земле, на том языке, на котором вы говорите, в той стране, в которой вы живете. Сейчас пока на таком предстарте находится 10 офисов в важнейших точках. Это Лас-Вегас, Соединенные Штаты, это Москва, Россия, это Берлин, Германия и так далее. На сайте компании, в вашем бэк-офисе, будет описано все планы компании, где она собирается открывать такие наземные офисы. Таким образом, каждый из вас может легче как бы прийти в компанию или пригласить своих людей. Может быть, многим достаточно просто прийти один раз в офис, посмотреть, чем компания занимается, и это будет для них убедительнее любых вебинаров. Но как мы уже знаем из того нашего богатого опыта, который имеет каждый из вас, что лучшим убедительным аргументом является первые полученные деньги. Вот посмотрите, мы работаем в компании как волонтеры уже 85 дней. Никто из нас еще ничего не получал. Но по моему как бы личному правилу, я всегда имею несколько бизнесов и предполагаю, что я могу инвестировать какое-то время в новый бизнес. Возможно, этот бизнес станет для меня в будущем и хорошей опорой. То есть один из 10, который будет давать мне доходы. Таким образом, каждый из вас имеет шанс инвестировать в свои доходы сейчас, пока только время. Деньги, как вы поняли, здесь инвестировать не нужно. И это для многих является тем самым «да», когда они говорят, что «мы готовы подписаться, скажите, сколько нужно платить?» Я говорю «ничего». Они говорят «как?» Я говорю «так, ничего». Нет, такого не может быть. Не бывает бесплатный сыр в мышеловке. И начинаются все эти присказки, побасенки. На самом деле ничего платить не надо. Вы же пришли на работу. Ваша работа оплачивается из карманов работодателей. В соотношении, если, например, компания берет за час рекламы $90, то $40 выплачивается вам. Это не из ничего. Это из конкретных бюджетов, которые получает компания от рекламодателя. То есть, может быть, впервые, я не думаю, что вам когда-то приходилось участвовать в таких проектах, вы будете получать не от приглашений, как это во всех, ну, я просто называю это одним словом, пирамидальных структур, где платят просто за то, что вы пригласили человека, который принес какие-то деньги. И эти деньги разделяют между людьми. Часть оставляет компания. Здесь, конечно, так как этого не существует, никаких нет взносов, никаких нету даже скрытых, таким образом вы получаете исключительно за те просмотренные часы и исключительно из бюджета, который вы же и принесете компании. Некоторые из нас, так называемые international viewer, будут иметь лицензию, специальную лицензию, которая будет давать нам право подписывать договора с рекламодателями в тех местах, в тех городах и в тех странах, где мы живем. Естественно, обладатели таких лицензий снимаются с
обязательных вот этих активных часов просмотра, потому что на них гораздо больше лежит обязанность. Конечно, им оплачивается дальше, чем 10 уровень. Конечно, для них включаются все дополнительные бонусы. И, конечно, это люди, которые уже сейчас, например, имея тысячные команды, хорошо понимают, что 10 тысяч долларов для них это будет просто, что называется, смешно. Потому что если сегодня взять мою команду за 85 дней, это почти 56 тысяч человек. С 56 тысяч человек 4% означает 1 доллар. И это в час. Таким образом, конечно, когда вы будете иметь большую команду, и когда у вас уже будет как бы тесно вам в этих 10 тысячах долларов, то вы, скорее всего, тоже захотите стать и сертифицированными, и следующими уровнями в этой компании, чтобы иметь возможность получать больше. На сегодняшний день, так как компания на прелаунч, и 9 сентября будет объявлен soft launch, то есть мягкий старт, то мы уже надеемся на то, что по последним письмам, где-то с 21 числа сентября, мы будем получать уже платные видео, платную рекламу. И таким образом уже в сентябре мы надеемся показать вам первые деньги, которые заработали наши первенцы, то есть те, которые пришли к нам в середине июня, так как компания объявила о предстарте 12 июня, вот меня пригласили 14 июня, сегодня у нас 6 сентября, и вот посмотрите, за такое короткое время мы пригласили 1 миллион 200 тысяч человек, 500 тысяч из них прошли полную верификацию и готовы к старту. Когда на каждую из ваших стран будет открыт тест, видеотест, то вы увидите, какое количество, просмотров, сколько зарабатывают конкретно наши люди часов. Это, конечно, поразило фантазии, даже самые смелые фантазии наших рекламодателей. Так как мы обогнали за все первые дни такие крутые компании, как, Facebook, Twitter, и другие. Почему? Потому что такого бешеного, я бы сказал, прихода новых людей мы не замечали ни в одну компанию за 65 лет. Таким образом, все эти рекорды говорят о том, что человек сегодня устал от пирамиды. Он устал приносить деньги в компании, где ему в будущем обещают заплатить. Таким образом, люди хотят получать за конкретную работу. Это самое главное их стремление. И уже сами хотят решить, что с этими деньгами потом делать. Таким образом, мы с вами видим старт, который будет происходить 9 сентября. Каждый из вас может присоединиться к нам в любую минуту, получив реферальную ссылку, которую ваши руководители пришлют вам. Она у них появляется сразу же в бэк-офисе. Здесь нету никаких обратных имейлов, подтверждений и так далее. Вся подписка происходит за 1.5 минуты. Через 1.5 минуты вы можете использовать свою реферальную ссылку и приглашать людей дальше. Почему я рекомендую это делать вам сейчас? Потому что когда уже вы будете просматривать видео, и за вами еще будет идти большая группа людей, то вам нужно будет и свои выполнять задания, и как-то еще помогать людям. Поэтому в данном случае мы на предстарте 9 числа сентября. Вы все увидите в своих бэк-офисах. И я надеюсь, что каждый из вас будет делать то же, что делаю я сейчас. Для вашего региона, на вашем родном языке, пожалуйста, проводите хотя бы одну встречу в день. У меня есть такие ребята молодые, которые это поняли буквально, но потом начали проводить две встречи в день. У них лично приглашенных, у одного из моих рекордсменов, уже больше 700 человек. Таким образом, у него около 20 тысяч команды. И, естественно, только благодаря тому, что он использует такие ресурсы, как YouTube, Google+, Facebook,
и другие сети, ВКонтакте и так далее, и так далее. Что это дает? Когда вы проводите свои встречи и выставляете их на своих ресурсах, то вас начинают видеть. Все понимают, что вы еще и здесь находитесь, или это только ваша компания единственная. Таким образом, за вами начинают смотреть люди со стороны и приходят к вам те, кого вы никогда не знали. Из моей команды я знаю не больше 5% людей. Остальные приходят ко мне чисто на холодном контакте, потому что видят иногда мои видео, которые я довольно редко все-таки записываю, так как я дал фору своим ученикам, чтобы они сделали себе команды. Я всегда успею, потому что как бы, ну, в силу, может быть, опыта, в силу как бы обстоятельств, мне нет времени много уделить компании, потому что у меня несколько бизнесов. Но, тем не менее, достаточное время для того, чтобы создать 55 тысяч человек команду, я все-таки выделяю. И советую вам делать то же самое, поскольку лучшего времени, как на предстарте, который состоится буквально через 3-4 дня, я думаю, что не найти. Нам пришлось тяжелее. Когда мы пришли, был только регистрационный сайт. Сейчас это полноценный сайт с полноценным бэк-офисом, отдельной платформой для просмотра. И вот сама эта компания, это будет новый хостинг, практически такой же, как YouTube, только с одной разницей, что вам будут платить деньги за просмотры. Вот это очень важная разница между YouTube и данным хостингом. Таким образом, я хотел бы ответить еще на некоторые вопросы, если они у вас есть. Если нет вопросов, то у каждого из вас есть человек, который вас пригласил. У него есть, видимо, с вами какая-то связь. Скайп, Вайбер там или еще каким-то образом вы связались с ним. И таким образом вы можете задать им все вопросы. Этот человек задаст их мне уже в индивидуальном скайпе. И я постараюсь вам дать ссылку, присоединиться к одному сообществу, другому, к моему каналу и так далее. И вы найдете там все наши видео за все эти 85 дней. И вы поймете, что мы ответили практически на все вопросы, на которые знаем ответы. На что мы не дали ответов? На то, чего нет в бэк-офисе, о том, чего нет в письмах для лидеров, потому что все мы первые лидеры подписали документ с компанией о том, что мы не разглашаем то, что как бы дается нам иногда внутри компании. Поэтому каждый из вас должен понимать, что сегодня вы получили полнейшие 100% информации, которая доступна каждому, и она находится вся в бэк-офисе. В бэк-офисе есть несколько как бы пунктов меню, и в бэк-офисе есть в самом низу сайта такой пункт, как legal, то есть документы компании. Советую их вам тоже внимательно почитать. У компании выбрано несколько языков. Вы можете читать сайт компании на всех языках. Вы можете себе, когда вы делаете впервые, выбрать язык. И таким образом это будет для вас просто и доступно. Вопрос, который задают сегодня все, так как те, кто был с нами ранее, то они видели, что в один день к нам пришли два письма. Первое письмо, которое гласило, что компания объявляет soft launch 9.9. И буквально через и в связи с этим была просьба, это не требование, пройти 10 часов просмотра до данной даты. Потом буквально через 2 часа мы получили иное письмо, иного содержания, в котором было написано, что по просьбе многих лидеров, которые прочитали вот эту дату, 9 сентября, и отметили, что в Америке в этот момент происходят поминальные дни по такой дате, которую, наверное, вы помните, 9-11, и это затягивается на так называемый long weekend, то есть длинные выходные, то, естественно, начинать вот с такой короткой недели не хотелось бы. И поэтому компания написала нам такое письмо, что все переносится на 21 сентября. Это значит, что никаких других вариантов для нас нет, как мы должны до 21 числа сделать наши все вот эти просмотры на 10 часов,
Но в тот момент, когда я начал смотреть бэк-офис своих вот рефералов, я увидел, что они уже просмотрели эти 10 часов давно, так как тест начался с первых чисел августа. И таким образом, если вы посмотрите тех, кто с нами какое-то время был, то вы должны будете к 21 числу увидеть в такой графе, как «За этот год» или «Всего all», такая есть там кнопка, есть ли у вас эти 10 часов или нет. И опять же, не переживайте, если даже к этому числу у вас их не будет. Просто вам на неделю позже начнут зачитывать ваши платные часы. Потому что многие мне сразу пишут, я там в больнице, я там на каких-то процедурах, у меня жена рожает. В конце концов, картошку надо копать, мало ли чего там каждого. Так вот, в этот момент, когда мы все-таки понимаем, что все живые люди, никто не потеряет много из-за одной недели, так как недель в месяце 4. Если вы не посмотрели, не успели до 21-го, то начнете это делать позже, значит, ваша неделя начнется 28-го. Здесь нет никакой спешки, это самое главное. Вы должны понять, что это работа, и здесь не нужно использовать, вот такая моя шутка есть, когда пирамидальные компании зовут, они говорят «залетай-ка», потом это происходит «вылетай-ка», и потом «пролетай-ка». То есть люди быстро залетели, быстро пролетели и быстро остались без ничего. Здесь как раз этой спешки нет. Поэтому не волнуйтесь, мы все успеем. Те, у кого сейчас на счетчиках стоит ноль, а они раньше эти минуты у вас были, это идет перегрузка сайта. Когда новая информация зайдет к вам, вам будут восстановлены все ваши часы, которые вы видели ранее. Сейчас это у многих. Многие мне пишут, что вчера были, сегодня уже их нет. Это не означает, что они куда-то исчезли. Просто идет перегрузка, пересчет каждого из нас и запуск. Посмотрите, мы еще не стартовали. Это самое главное. Компания еще на прелаунче, и софт-лаунч назначен вот на эти числа, которые мы уже озвучили. Поэтому не волнуйтесь, даже если сейчас вы, например, смотрите видео, которое идет длительностью 1 минуту, а вы в это время нажали просмотр, но еще занимаетесь чем-то другим. Ваша мышка бегает по столу, возможно, что некий как бы инструмент видит, что вы отвлеклись, и, возможно, вам не засчитается эта минута. Поэтому я вам советую, когда вы просматриваете видео, дождитесь его окончания. Сделайте какой-то комментарий, если вы уже можете, или сделайте хотя бы лайк-дизлайк. Таким образом, тогда проверьте тотчас же ваш бэк-офис в разделе «История ваших просмотров» и сравните, какая работа дает вам полностью время, а какая отнимает какие-то секунды. Ничего там нет пока такого страшного, чтобы можно было кричать «караул», что неправильно идет учет. Например, у меня идет все секунды в секунду. Я ни одну секунду не потерял, потому что я как прилежный ученик смотрю от начала до конца, потом ставлю лайк или дизлайк, пишу каких-то пару слов, делаю репосты, потому что когда вы делаете репосты этого видео, там есть «поделиться» такая кнопочка, то эти видео начинают просматривать на ваших социальных страницах абсолютно другие люди. Но, тем не менее, деньги получаете вы, что очень важно. Поэтому посмотрели, сделали все операции, сделали, если вам понравилось только видео или какой-нибудь там анонс программы, сделали репосты в свои социальные сети. И количество просмотров, посмотренные не вами, будет отражаться на вашем счетчике тоже. Таким образом, здесь очень много видов дохода, которые пока я просто на первом вебинаре не объявляю. Но вы уже поняли, что это вот еще третий дополнительный доход, когда люди выходят по вашей ссылке, смотрят видео, или они выходят по вашей ссылке на рекламодателя, который дает услугу или продает товары, или еще кто-то, может быть, и покупает эти товары и услуги. То есть от всего этого вам будут идти деньги. –